я вот переделала немножко вот это вот, вот это. Я перевод рассказываю, это стихотворение по-французски, внимание. Нарисовал художник речку, но полотно дало утечку. Гарри веселит слово утечку. Нарисовал он воробья, тут улетел, мои друзья. Но надо сказать, что художник по-французски артист. Видимо, поэтому нас заинтересовало, что артист, артистка, понимаешь? Он рисовал гиппопотама, пока не затрещала рама. Писал он звезды в высоте, прожег 7 дырок на холсте. Когда решил он на картине дверь написать посередине, и через дверь явился в дом, туда, в тот замок, где живем. Здорово. Здорово. Утечка. Понравилось слово утечка. Можно я мою любимую сыграть? Сейчас, подождите, бом-бом, я запишу. Превратить.